же я так вспоминаю в прошлом году, правда, когда мы маленькие, непослушные, такие немножко неряшливые выступали, забывали. Сегодня совсем другой уровень, совсем другие дети. И даже если что-то получилось немножко не так, как мы... И я вам писала, да, самое главное то, что наши дети получали от этого радость, улыбку. И смотря на этот утренник, я иногда забывала переключать музыку, сама стояла, думаю, как классно. Вот, поэтому я думаю, что наши дети получили от этого огромное удовольствие, а вы, наверное, ну, тысячу раз больше. Спасибо. Это не давай такого, когда мы общаемся.